Детям, которые получали льготное питание в школах, выдадут набор продуктов. Он полагается ребятам из малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья. Для учеников, которые бесплатно питались в школе в марте, автоматически продлят льготный период на апрель. С той недели, когда закончится режим нерабочих дней, с 6 апреля мы полноценно при школах по месту жительства родителей с семьями будем обеспечивать выдачу. Каждому родителю продукт будет выдаваться однократно, компенсируя все те 10 дней, на которые мы сейчас вот, в предстоящий период уходим. В школах составят расписание выдачи продуктов, чтобы избежать массового скопления людей. Родители оповестят дополнительно. Список продуктов будет согласован с Роспотребнадзором.